ребята, за пару дней столько происшествий произошло с мотоциклистами. Зачем так себе ломать жизнь и жизнь другим, если вы создадите аварию? Удирайте от гаишников. Они ж вас догонят сейчас в другие времена. Смысл сейчас удираться? Раньше было прикольно в деревнях. На ежах, на мискачах, на газиках сматывались через деревню, через леса. Было весело. Хотя раньше столько же гибло, как и сейчас. Наверное, даже больше. Нет, не больше. Сейчас в скорости больше стали. За пару дней постоянно происшествия. Или разбились, или какие-то сумасшедшие портят репутацию как всем байкерам, так и свою будущую репутацию байкера. Если выпили, то уже зачем удирать? Вас все равно споймают. Если что-то нарушили, легче остановиться, как-то поговорить, смягчать наказание какое-то или что. Зачем ерундой страдать? Есть нормальные милиционеры, гаишники, которые войдут в положение и не дадут такое серьезное, допустим, наказание какое-то, если добровольно все. Не портите себе жизнь и другим, и окружающим, которых можете сбить. Даже мотоциклы жалко. Разве вам не жалко утекать от погони и разбить потом свой байк? Если вам жизнь не жалко прожить и хотите молодыми помереть и дальше не откататься, еще лет 50-70 кататься, то носитесь и дальше, только не забирайте чужие жизни. А те, кто сидится пьяный, ребята с мотоклубов и так далее, надо своими силами пресекать эту алкогольную группировку. Ни гвоздя, ни жезла, ребята. Всего хорошего.